Привет всем любителям баскетбола, добро пожаловать в Саратов, где сегодня местный автодор примет краснодарский «Локомотив Кубань» в матче регулярного сезона Единой Лиги ВТБ. Обладателя потрясающего прыжка, победителя конкурса по броскам сверху Дмитрий Узинский показывает, что у него с прыжком тоже все в порядке. Единёв. Уже он лезет в краску. Брэндон Гарретт! Какой мощный данк! 15-го номера саратовской команды. 2002 года рождения, но все-таки привычнее видеть пару Мартюк Уиллис. Дарал Уиллис! Вот такой вот бросок сверху. Петенев пытался раскачать Елатонцева, и не получилось у него это сделать. Здесь выход на пустое кольцо, и Дарал Уиллис дарит нам еще один очень эффектный момент. Уиллис теперь уже оказывается на периметре, но снова мимо. Загородс первый на подборе, убегает от Кирилла Елатонцева. Рада Загородс! Coast to coast! Отправил мяч в корзину и сделал это после нарушения правил. Загородс, ну, наверное, один из самых универсальных игроков — Андрей Мартюк. Вот такой вот бросочек сверху. За 7,5 минут Боутрай. Тяжелая попытка Минченко. Первый на подборе. И того накрывают. Не Евгений Минченко ставит блокшот, а Евгению Минченко. Вот сейчас только он получает мяч и делает классную передачу под кольцо на Александра Петенева. Снова он в центре внимания. Мартюк, какая шикарная передача на Антона Квитковских. Лок отбивается. Квитковских снова с мячом. Мартюк броском сверху оформляет карьер-хай в Единой Лиге ВТБ. Играет в такой баскетбол, в который он играл в университете. Он атакующий защитник, он это понимает. Но Андрей Мартюк понимает, что сегодня ему дозволено делать все. Пока тоже на время очками не отличался Петенев. Сегодня Локомотив Кубань забивает 100, одерживает победу. Это первая сотня Лока в этом сезоне.